Більше про зброю, більше про атаки на Крим СБУ та ВМС я хотів би говорити з військовим журналістом, автором телеграм-каналу «Війна з Ордою» Сергій Ауслендер. Він мешкає в Ізраїлі. Пане Сергію, вітаю вас. Здравствуйте, добрий вечір. Ви добре розумієте українською? Да, я розумію українською, свободно. Ви, напевно, в курсі сьогоднішнього масованого удару Росії по Україні. Якою була його логіка, по-вашому, і враховуючи те, що вперше за 6 місяців був приціл на енергосистему, чи можна говорити, що Росія таким чином прицілюється, власне, до зими? Да, я писал у себя в телеграм-канале об этом еще месяца не соврать три тому, о том, что они вот этой зимой будут стараться добить вашу энергоинфраструктуру. И вот что-то они рановато начали, на мой взгляд, но, по всей видимости, они сейчас прощупывают, насколько вообще защищены электростанции, как там прикрыты подстанции, вся вот эта вот критическая инфраструктура. И я уверен в том, что налеты будут продолжаться. Я обратил внимание, что вот этот налет, там было, я не помню, 46 ракет, что-то в этом роде, да, он шел волнами с разных направлений. То есть они тоже учатся и тоже пытаются как бы обходить вашу ПВО, которая по понятным причинам там кратно усилилась с прошлой зимы. И ваши аварийные службы усилились, и они там научились ремонтировать, и все. Но сейчас все будет очень сильно зависеть от того, насколько холодной будет зима. Но факт, что этой зимой они будут бить по электростанциям, там, подстанциям, разным прочим предприятиям подобным, вот с таким очень большим ожесточением, потому что, ну, собственно, у них-то другого выхода и нет. На фронте у них не получается, так что что еще делать-то, собственно? А чи реально Україні захистити себе от в цьому плані, конкретно енергосистему? Якщо оптимістичний, найбільш оптимістичний прогноз, і Захід нам допоміг максимально, чи вдасться нам захистити всі свої ТЕС, АЕС? Ну, АЕС вообще лучше не вспоминать в этой ситуации, не дай бог, что называется. А вот что касается тепловых станций там и прочих, генерирующих мощностей, подстанций и прочее, это еще к концу той зимы видно было по налетам, что они в какой-то момент сообразили, что такое вот сооружение, как электростанция, еще советской постройки, ни двумя, ни тремя, ни пятью ракетами из строя не выведешь быстро. Поэтому они начали тогда по подстанциям бить. Так вот, 100% защитить не получится, это понятно совершенно. Тут сколько той ПВО не поставь, страна у вас большая, прям огромная, я бы сказал, да, поэтому всю территорию не прикроешь. Используют крылатые, даже Израиль свою крохотную территорию всю прикрыть не может полностью. И у нас периодически там прорываются ракеты. А уж учитывая, какое они оружие используют, там баллистику ту же, там крылатые ракеты и так далее, в таких количествах еще там с дронами вместе комбинируют и так далее, то есть 100% защититься не получится, на мой взгляд. Вот. Но учитывая, еще раз говорю, такие кратно усилившиеся возможности вашей ПВО, я полагаю, что можно минимизировать ущерб, скажем так. А чи можна говорити про те, що Україна може бити далекобійною зброєю Росії по Росії, щоб відбити в неї бажання бити по нас? От такий варіант взагалі можливий? Ну, пока у вас нет такого количества крылатых ракет, нет носителей таких, да, чтобы вот бить по всей территории. Там бить по их электростанциям, на мой взгляд, бессмысленно совершенно, потому что у них вот все же вот так очень фрагментировано, да, ну, ты выбьешь там электростанцию условно в Белгороде, но они в других городах будут работать и так далее. То есть там в этом смысле у них ресурсов больше, и они меньше там заботятся о своем населении. Ну, ничего посидеть ну, там. Давайте Белгород. Уявляти, да, давайте уявляти, давайте йти далі. Всі чекають Атакамс анонсу, може буде, може не буде. А якщо буде Атакамс, то буде і Таурус. Уявімо, що буде. Чи це допомогло б нам? Не, ну безусловно, это уже совершенно другие средства поражения, но это важно для дел на фронте прежде всего, да, ну вы же не будете в ответ на удар по электростанции бить по их электростанции, есть для этого цели куда более важные, приоритетные, это вот командные пункты, логистические узлы, мосты те же и так далее, вот туда придется стрелять, потому что нужно будет влиять на ситуацию на фронте прежде всего.
А уж потом все остальное. Давайте тоді до фронту. Є Атакамс, є Таурус. Захід нам поки що не дає ані першого, ані другого. Чого? Боїться Росії? Боїться ескалації? Ну, есть такое понятие управления рисками эскалации. Это то, во что вот сейчас Запад активно играет, на мой взгляд, да. То есть они повышают градус эскалации постепенно, но вот очень постепенно, на мой взгляд. То есть те же атакамсы, в чем проблема была их дать, я не вижу тут вот никакой технической проблемы, тем более, что выяснилось, что у Пентагона их больше, чем считалось, да. Я тоже не верю в эту версию. Что вот думали, что у нас 1000, а оказалось 1500. Так не бывает в Соединенных Штатах, во всяком случае. Ладно, немцы, там у них этих таурусов не так много, я полагаю, но эта вот история, что Пентагон вдруг там ошибся в подсчетах, да, нолик забыли приписать и так далее, я что-то в это сильно не верю. То есть это они такое себе придумали оправдание. В чем проблема была их поставить раньше, вот, ну, условно, к началу или к середине этой кампании, вот этой осенне-летней, я не знаю, честно говоря. Ну, вот моя теория, что они постепенно вот так наращивают давление, изматывая Россию, но проблема в том, что цены за это платите вы. То есть Украина платит за это жизнями своих солдат. І гражданських в тому числі, тому що прилітає по тилу постійно. А як би ви оцінили минулорічний ефект від Хаймерсів? Чи буде таким же вирішальним передача далекобійної зброї, як Атакамс і Таурус? Чи, можливо, Шторм Шедоу вистачить? Ну, полтора десятка Хаймарсів, коли вони прийшли, буквально парализовали российское наступление, да, потому что их артиллерия осталась в какой-то момент вообще без боеприпасов, да, без боекомплекта, потому что там все эти склады начали взлетать один за другим там на воздух, пришлось их далеко относить. Если будут Атакамс, это значит, что нужно будет командные пункты убирать куда-то, ну а как уберешь командный пункт, там условно дивизии, да, за 300 километров или там 350, чтобы гарантированно не попасть под его удар, это куда его надо передислоцировать из Запорожья, я не знаю, в Таганрог, что ли, или в Ростов, ну, не знаю даже куда. Поэтому это может оказать абсолютно такое драматическое влияние на их логистику. Прежде всего, логистика – это основа войны, это ее как бы позвоночник, хребет, на этом все держится. Но вопрос только в том, дадут или не дадут раз, и сколько их дадут два. Ну, даже если их будет там 200-300 штук, это может очень сильно повлиять вот на положение дел на фронте и вот на положение дел в российской армии в том числе. Варто ще зауважити, що у росіян непогані справи із БПЛА, там, ланцет. Чи є в нас захист від цього? Тут же ж є ще і друга сторона медалі. Ну, от ланцета складновато защититься, да, к сожалению, это оружие такое опасное. Благо, их там не так много у них. Сейчас вот они, правда, там вроде как разработали какой-то на 100 километров, и типа поразили им там какой-то МиГ-29 ваш, но вот судя по видео, не сильно они его там и поразили. У меня такое сложилось ощущение. Я не думаю, что они у них прям имеются в таких прям промышленных количествах. Ланцет это оказался для них такой эрзац заменой контрбатарейной борьбы. Потому что в контрбатарейную борьбу они против вас вообще не могут, вот в принципе. Но ланцеты дают им возможность хоть как-то поражать там ваши средства, да, огневые за линией фронта. А защищаться от них, к сожалению, ну, крайне тяжело. Дрон маленький, летит низко, его не видно и слышно. И пока он вот не подлетел уже буквально вот на совсем близкое расстояние, его не увидишь. Поэтому ланцет – это проблема, но, опять же, это не геймчейнджер, который вот прям все поменяет. Если бы у них их были там сотни тысяч, и они пускали бы в день по 1000 штук, тогда да, но не похоже на это. То есть они, видимо, не могут у себя наладить производство их прям в таких гигантских количествах. Они и шахеды-то не смогли наладить, кстати. То есть что-то строили какой-то завод, что-то пытались, но я так понял, так по-прежнему их из иранских комплектующих собирают. Здесь уже вопрос к санкциям, насколько они эффективны и перекрывают там поставки электроники, кто помогает им их обходить, но это уже не к вам вопросы, да, а к вашим западным партнерам, которые эти санкции вводили. А от є, до речі, інформація стосовно нарощування виробництва ракет і да, всі ці схеми, вони там потрапляють, контрабанда. З одного боку, з іншого боку, ГУР і український ГУР кажуть, що ну, насправді це перебільшення. І Росія не зможе накопичити ракет достатньо, аби атакувати нас достойно. Що ви думаєте про стан речей у справі виробництва ракет Росії? Ну, мне встречались оценки, кстати, ваших же спецслужб, что они до сотни ракет в месяц могут производить разных типов.
там от ХА вот этих воздушного базирования до калибров или кинжалов и так далее. Если они там средний налет сейчас ракет 40, там, ну 50 максимум, значит 50 ракет они куда-то кладут на склады, да, но с другой стороны ракеты-то не раз в месяц, налеты не раз в месяц происходят, а чаще. Но они, конечно, сейчас пытаются их накопить, у них там большие запасы С-300, они, конечно, оружие такое, так себе прямо скажем, но тем не менее, убивает-то вполне исправно и долетает вполне исправно. Такая вот псевдобаллистическая ракета. Поэтому, конечно, они сейчас будут копить эти ракеты для того, чтобы зимой там устроить вот волны этих налетов и бить по инфраструктуре. Я не думаю, что они могут производить их прям вот в огромных количествах, как это было там, не знаю, во времена Советского Союза. Но что-то они могут делать, потому что по-прежнему к ним попадает эта электроника. А як ви оцінюєте останню спецоперацію СБУ у Криму? Я маю на увазі всі, я впевнений, ви слідкуєте за ними. Це і висадка на мисі Тарханкут, і вишки Бойка, і останні оці от комбіновані, да, атаки, де глушиться ППО окупантів, а потім працює Нептун. Ну, все професіонально, все по класиці. Причому по новій класиці, класиці 21 века. Коли йдуть дрони, да, перегружають ПВО. А потом идут или «Хармы», или за ними идут там ракеты «Storm Shadow» или «Нептуны», и вот цели-то поражаются, причем цели важные. Аэродром в Саках, там пока не очень понятно, какой ущерб, видимо, попозже мы чуть узнаем, там или этот вот, как он, 744-й, кажется, вот этот пункт связи Черноморского флота, запасной командный пункт, то есть прилетает-то хорошо. Ну вот достаточно вспомнить историю с поражением БДК и подводной лодки. Ну, это ж на этой войне вообще происходят очень многие вещи впервые в истории. Вот впервые в истории крылатые ракеты уничтожили подводную лодку. Такого никогда не было. И я полагаю, еще много чего такого будет впервые в истории. Поэтому все эти операции можно воспринимать исключительно как успешные. Причем даже сами россияне пишут об этом. Сколько бы там ни бахвалилось их Министерство обороны о том, что мы сбили там 7 ракет из 10, но 3-то долетели, да и как долетели-то, еще любо-дорого посмотреть. Поэтому это очень такой подход профессиональный, и теми средствами, которые у вас есть, вы достигаете, конечно, очень серьезных результатов. Ну, Україна зараз наче полігон для західної зброї, але якщо без романтики, а отак чесно, чи вважаєте ви, що досвід українців буде корисним для іноземних військ? І чи взагалі можна уявити ситуацію, що після перемоги українці будуть навчати чомусь солдатів НАТО? Її не треба себе представляти, цю ситуацію, вона так і буде, буквально. Потому что на сегодняшний день украинская армия обладает боевым опытом, каковым не обладает ни одна армия мира. Не то чтобы Европы, мира. Буквально. Вот. Поэтому, конечно, будет большой спрос там на украинских инструкторов, на украинский опыт, я полагаю. Ну, в израильском генштабе сейчас вон целое управление сидит и следит за тем, как происходит война в Украине. Изучают опыт. Потому что опыт очень важный, потому что многие вещи, еще раз говорю, происходят впервые. Многие вещи происходят впервые за много десятилетий, да, со времен, там, не знаю, Второй мировой войны, например. И этот опыт весь колоссальный, конечно, сейчас активно изучается и переваривается западными военными школами и будет изучаться в том числе, потому что, ну, еще раз говорю, такого никогда не было. Чтобы там ракеты подбили подводную лодку, да, чтобы там дронами обстреливали там, я не знаю, поражали объекты там за сотни километров в глубине территории агрессора там и так далее. Все это обязательно пригодится. А наскільки взагалі в Ізраїлі уважно стежать за ситуацією в Україні? Чи переймаються співпрацею у військовому плані Ірану і Росії? Потенційною, можливо, відкритою, зараз ще не публічною, та так чи інакше? Ну, следят внимательно, я же говорю, в Генштабе прям, ну, там есть специальный отдел, который занимается изучением как бы иностранного военного опыта, да, опыта войн, которые происходят за пределами Израиля. Сейчас практически вся его работа сосредоточена именно на войне в Украине. А что касается вот этих всех дел, связанных с Ираном, тут все это прекрасно понимают. У нас проблемы там в руководстве, в государстве сейчас, там оно непонятно, там, что оно думает по этому поводу. Но если вы обратили внимание на встречи Зеленского с Нетаньягу,
с кем обнимался Зеленский, там, с единственным человеком, с которым он там обнимался, да, мы все это прекрасно видели, с директором Асада Давидом Барне, как прям со старым приятелем, вот, что, в общем, наводит на определенные мысли. Об этом давно уже говорили, что сотрудничество между разведками как раз очень-очень плотное. И что бы там ни думало политическое руководство, как бы оно себя ни вело, у разведок всегда свой резон, да, свои как бы методы и технологии. Так що я думаю, що там відбувається сотрудничество по цій частині. А Зеленський це тісно. По-вашому спеціально зробив, да? Це прямо такий важливий сигнал кому про цю співпрацю? Я маю на увазі українські спецслужби і Моссад. Так. А может, не стоит искать в этом никакого двойного дна, а просто вот он увидел человека, о котором он знает, что вот идет сотрудничество, и Моссад помогает, и вот, значит, таким образом проявил свою эмоцию. В конце концов, ваш президент это же человек, а не робот, правильно? Поэтому вот я вполне допускаю, что это был с его стороны такой порыв, вот буквально. Так что, я не знаю, не всегда, наверное, нужно искать сигналы, да, в определенных действиях. Иногда вот так происходит. Я розумію. Наостанок хотів би загальне питання вам поставити. Не щодня Генштаб український дає яскраві новини, не щодня ми звільняємо Кліщівку, Андріївку. Якось останніми днями ніби затища. Затища в стрічках, я маю на увазі, новинних. Загалом фронт кипить. Як ви бачите станом на сьогодні конкретно фронт? Що там є визначальним, що там є головним і в якому саме сегменті його? Ну, это север-юг, конечно. На севере там Купинск-Лиманское направление. Я так понимаю, что российское наступление там заглохло полностью уже. Но они сейчас подтягивают туда резервы. 25-я армия общевойсковая туда сейчас заходит. И, по всей видимости, они возобновят там действия. С малопонятными перспективами, на мой взгляд. То есть там я как-то не вижу для них особой перспективы. Главная задача, как мне кажется, вытащить ваши резервы. Ну, как бы перетянуть туда ваши резервы. Вот. А на юге есть ощущение такое, что вот как бы заглохло все. Да? Это вот если человек читает в интернете, что происходит. Там на самом деле бои-то исключительно тяжелые. Сейчас ваши войска прорывают главную линию обороны, очень укрепленную. Там вот я сегодня разговаривал с человеком, который вернулся оттуда. Это мой коллега, военный журналист, он там был. Он говорит, что он видел эти укрепления. Это ж просто вообще ужас. Непонятно, как это все удается вообще брать и штурмовать. Вот. И нужно фланги обеспечить, потому что вот это вклинение в оборону в российскую, оно пока еще очень узкое. В основании 10 километров всего. Это не обеспечишь снабжение войск, которые пойдут вперед. Это нужно его раздвигать. И поэтому нужно вот расширить фланги этого прорыва, ну, этого вклинения, точнее, да, там километров, не знаю, 25-30 хотя бы. И тогда можно будет уже двигаться дальше. Война — это тяжелая работа. Это не это только в кино все получается быстро и красиво. А рухатися далі, шанси які у нас, якщо говорити про південь і його звільнення? Чи є в нас дійсно? Просто останнім часом все більше інформації про те, що з Токмака зробили прям, я не знаю, таку фортецю, що її просто неможливо взяти. Ну, немає сенсу брати Токмак. Це буде Бахмут 2.0, тільки наоборот. Поэтому я не думаю, що ваше командування цього не розуміє. Нельзя брати город, його, во-первых, не окружив. Это получится история, как с Бахмутом. Можно год, 5, 7, 10 лет, хоть 100 лет штурмовать, это ничего не выйдет из этого, если город снабжается, да, хотя бы с одной стороны. Вот. Я полагаю, что ваше командование это все знает, и Токмак постараются обойти и отрезать. А дальше будет такой херсонский сценарий, будут обрабатывать артиллерии, пока гарнизон не сдастся или не уйдет. Там, дадут им какой-нибудь коридор, вон туда идите, и все, и до свидания. Поэтому я полагаю, что судьба Токмака будет решаться вот в ближайшие там 2-3 недели, в месяц, может быть, что-нибудь в этом роде. Но посмотрим сейчас. Я вот, меня часто спрашивают, как вы думаете, какие прогнозы. Я прям категорически отказываюсь их делать. Война вещь нелинейная, и все может случиться в течение там суток, а может не случиться в течение года. Это все сильно будет зависеть от массы перемен. Ну, особливо після прогнозів Арестовича ми всі трохи більш обережними стали в прогнозах. Дякую вам. Сергій Ауслендер був на зв'язку. Дякую вам за розмову. Військовий журналіст, автор телеграм-каналу «Війна з Ордою». На прямому включенні з Ізраїлю.